Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня крайне коротенькое видео для тех, кто увидит его раньше, чем попадет в магазин. Возможно, вы ждали этого предложения, ну а я выскажу свое субъективное мнение. Итак, ребят, на продажу выложили семейство кошачьих за 8000 голды, 3 машинки, а именно Пантера 8.8, Пантера М10, которую можно получить с бесплатного контейнера, Тигр 131, 2 легендарных камуфляжа на 8.8 и на М10. На Тигрика он не идет. Ну, я имею в виду, нет на Тигра вообще никаких камуфляжей, ни легендарных никаких. Это просто его внешний вид, и его внешний облик вы изменить никак не сможете. Есть X5 на каждую из этих машинок, аватар, открытое все оборудование, ну и, соответственно, 3 места в ангаре. Давайте по порядку. Значит, смотрите, свежее видео по поводу Пантеры М10. Вот, пожалуйста, ссылочка. Заходите, смотрите, возможно, вам поможет. Внутри самого видео есть тоже ссылка, но уже на обзор конкретно М10. Что касается Тигра 131, вот, пожалуйста, ссылочка на 131, свежая, сегодняшняя, с пылу с жару. Ну и внутри самого видео тоже есть ссылочка на обзор 131. Во первом и во втором видео я исключительно выкатываю машины из ангара и показываю, как они катаются на самом деле. Пантеры 8.8 у меня нет в коллекции, и, честно говоря, я не хочу ее себе покупать за тот ценник, за который ее выставляют. Она не производит на меня, в принципе, абсолютно никакого впечатления, потому что для 8-го левела, 2120 единиц ДПМа, это, конечно, может и прикольно. Нормальное время перезарядки, но, честно говоря, меня смутило следующее, что данная машина, когда встречалась мне в бою, не произвела на меня впечатления качественного, хорошего соперника. Возможно, я не прав, поэтому, ребят, если вы со мной не согласны и считаете эту машину годной и уж тем более достойной того, чтобы приобрести ее за тот ценник, за который ее можно приобрести отдельно, а все эти 3 машинки можно взять по отдельности, 5000, 3500 и 2000, соответственно, за Тигра 131. Короче говоря, ребят, если вы считаете, что за Пантеру 8.8 стоит отдать 5000 золота, напишите в комментариях, я думаю, ребятам будет интересно, кто пытается принять решение. Я же для себя однозначно понимаю, что уж тем более накануне новогодних праздников, накануне, скорее всего, даст бог, состоится новогоднего аукциона, отдавать 5000 голды за эту машину, ну, как бы не совсем целесообразная для меня трата, и я, соответственно, лучше подожду новогоднего аукциона, возьму себе что-нибудь более годное. А за ваше мнение в комментариях буду безумно вам благодарен, ну и будут благодарны те ребята, которые принимают сейчас решение, покупать себе данный набор или нет. От себя скажу следующее. Поскольку я встречался со всеми этими машинами в виде соперников в бою, и поскольку я играл на этих двух машинках, а на 8.8 не играл, но встречая в бою, она не произвела на меня впечатление ни в виде врага, ни в виде моего союзника, я для себя поставил на первое место в данном наборе по интересу к самому танчику Пантеру М10. Что же касается Тигра 131, машинка не сильно веселая, я бы даже больше сказал не веселая, потому что то, насколько сильно ее разбирают, это просто мрак какой-то. Но, честно говоря, за 8000 золота я бы не рекомендовал вам приобретать 3 этих транспортных средств по одной простой причине, потому что лучше за 8 косарей голды приобрести что-нибудь годное в виде одной премиумной машины. Поверьте, лучше одна хорошая премиумная машина по типу Акулы, Action X, того же, если мы говорим про 8 с вами уровни, того же самого Кейлера, или даже Леву, которого продавали за 5500, на котором можно довольно неплохо фармить. Так вот, ребятки, мне кажется, что лучше одна хорошая годная премиум машина, чем 3 хромающих премиумных машины на обе ноги. Это мое было субъективное мнение. Если я не прав, как я уже сказал, пишите в комментариях. Ну и подписывайтесь на мой канал, если хотите узнавать новости, если хотите смотреть честные обзоры на технику и товары в магазине. Я же вас отблагодарю новыми интересными видео, а главное, честными обзорами на танки и товары в магазине. Никогда ничего не приукрашаю. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия.